Сборные Приморского края продолжают активно готовиться к зимним играм «Дети Приморья». Для владивостокских шорт-трекистов это первые состязания такого уровня. Шорт-трек – это разновидность конькобежного вида спорта. Отличие главное – это в размерах беговой дорожки. Она у нас составляет 111 метров. А когда в конькобежном, там 400 метров круг. Ребята усердно тренируются и на льду, и в спортивном зале. Подготовка спортсменов состоит из занятий на скорость, выносливость и технику. Мы усердно тренируемся 3 раза в неделю. Если получается, то еще у нас есть лед на Фетисове. У нас есть скоростные тренировки, есть тренировки, где мы тренируем выносливость. Ну, а также сегодня у нас проходит техническая тренировка, то есть дети отрабатывают технику прохождения поворота, технику прохождения прямой. Владивосток на играх будут представлять Владимир Балацкий, Никита Шелестов, Галина Фролова и Вероника Орловская. Несмотря на то, что ребята впервые будут принимать участие в международных соревнованиях, они настроены на самые высокие результаты. Дети Приморья будут достаточно большим толчком для продвижения шорт-трека не только во Владивостоке, но и в Приморском крае в целом, потому что вид спорта очень зрелищный, но из-за того, что он не настолько популярен, но все равно он очень интересный, и для нас любые соревнования такого уровня – это как толчок к развитию этого вида спорта в Приморском крае. Напомним, соревнования по 8 видам спорта пройдут с 20 по 23 февраля в рамках международных зимних спортивных игр «Дети Приморья». Билеты для зрителей уже поступили в онлайн-продажу. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.